Із 1 квітня у Дніпрі офіційно завершився опалювальний період. За словами очільників теплоенерго, Комунжитлосервісу і Коменергосервісу, сезон пройшов досить спокійно, без великих аварій і довготривалих перебоїв теплопостачання. Наразі готуються до нового опалювального сезону, у планах ремонти старого обладнання і модернізація системи. Одна з великих проблем – збільшення боргу населення. На сьогодні він становить більше 1 мільярду гривень. 1 мільярд 100 мільйонів теплоенерго, 112 мільйонів Коменергосервісу і майже 23 мільйони Комунжитлосервісу відповідно. В нашей ситуации это влияет на оплату покупного тепла, так как мы покупаем его у Приднепровской ТЭЦ. Это первое. А второе, также это влияет на количество ремонтных работ, которые мы будем проводить, и на модернизацию. То есть мы могли бы проводить какие-то заходы, которые делают экономичные эффекты, то есть ставить новые насосы, да, трубы предизолированные. А это не будет нам, оплата не дает нам возможности сделать это в полном объеме. Что у кого очень проблемные, там семейные, разные ситуации у людей бывают, мы идем всегда навстречу. Что касается у меня, все начальники района, все знают обслужбы, то, что мы можем делать реструктуризацию долгов. Как бы мы идем навстречу, чтобы люди, тоже мы понимаем ситуацию разную, идем навстречу людям, чтобы осились долги не так печально.